Подписывайтесь на канал «Позитив Вселенной», иначе я грею. Ну, держи, не оставляй. Привет всем! Короче, песня называется «Рамен Якудза». Я купил ту рамен под названием Якудза и запарю его кипятком, ой, кипятком. Посмотрю, острый он, очень сильно то острый, и кишечник то мой не прорвет, не порвет. Я люблю то лапшу кипятком то запарить, и ее сбуду на то поесть, поесть, поесть. Кто-то любит лапшу, подпишитесь, ребята, будет клево вообще, зашибись, да зашибись. Ты купи в магазине, ты лапшу рамен Якудза, 100 рублей за нее заплати, то заплати. Не Япония она, с Казахстана приехала, чтобы русский животик накормить, да накормить. Я купил то лапшу под названием Якудза, и рамен то лапшу произвел, то произвел. Я купил то лапшу под названием Якудза, кипяточка ее буду есть, я буду есть. Как я буду запаривать эту Якудзу на гурман, я то века запишу, то запишу. А потом буду есть на еде то со смехом, и я Юлю то сильно люблю, люблю, люблю. Я себе то купил то лапшу, то Якудза под названием рамен с Казахстана пришла. Я люблю то лапшу, то рамен, то ребята, не японский Якудза пришел, пришел, пришел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всем ура, всем ура. Пан Кихой!